Все, ребята, выехал сыщик. Посмотрите, он уже нас ищет, но нам это уже не страшно. Мы выполнили задание. Круто! Есть. Отлично, замок открыт. Осторожнее, камера, Бур. Ой, а это что за штука-то такая? О, нет! Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. Сегодня, ребята, мы вместе с вами продолжаем играть в игру Воришка Боб. Итак, ребятки, а у нас сегодня следующий очередной дом. Ну что, давайте посмотрим, какие приключения ждут сегодня нашего друга Воришку Боба. Так, ребятки, давайте мы в магазине, наверное, что-нибудь прикупим. А что же нам взять? Наверное, ребята, мы возьмем фотоаппарат. Так, отлично. И возьмем, ребята, наверное, два зонтика. Нам они, конечно же, очень пригодятся. Вернее, пригодятся нашему Бобу. Поехали, ребята, скорее на приключения. Кстати, ребятки, а вы уже играете в эту игру? Если да, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких игроков. Так, давайте посмотрим, ребята. У нас здесь есть страшная-страшная мумия, есть сумасшедший доктор, есть охранник и есть полицейский. Так, Боб уже справился с первой дверью, ребята. Ой-ой-ой, осторожней, Боб. Так, собираем побольше денежек. Собирай-собирай, Боб, они понадобятся нам. Ой, какой грозный охранник. Так, давай, Боб, проходи-проходи, можно. Прячься! Так, стоим тихо и не двигаемся. По-моему, нас не видно. Все, можно идти. Ха-ха, по пути Боб даже прихватил пачечку денежек. Попробуем открыть сложный замок. Есть, отлично, замок открыт. Осторожнее, камера, Боб. Ой, а это что за штука-то такая? О, нет! Ой-ой-ой-ой! Боб, ну как ты мог? Эх! Заметила камера нашего Боба. Но ничего, попробуем, ребята, пройти этот уровень еще раз. Итак, открываем замок. Отлично. Подождем, пока охранник отвернется. Так, поправил каску свою. Все, можно идти за ним. Прячемся. Немножечко постоим. Так, нас, по-моему, незаметно. И идем дальше. Есть, открываем сложный замок. Готово. И смотрим, ребята, что же это за штука. Сейчас камера отвернется. Наверное, нам сначала нужно будет заклеить камеру. Нет, ой, Боб справился. А что же это было за штука? Что-то непонятно. Так, мы спрятались под камерой. Сейчас ее заклеим. Есть, отлично, заклеили камеру. Ребятки, если вы знаете, что это была за штука, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я что-то не поняла. Так, мы собираем деньги, отлично. И теперь, ребятки, нам, наверное, нужно будет подняться вверх, как-то расправиться с мумией. Хотя, ребята, не знаю, не знаю, посмотрите, нам еще нужно где-то найти код. От кодового замка. О, ребята, посмотрите, в какую комнату нам нужно. Ха-ха, там же нарисован наш, по-моему, воришка. И его нужно украсть фотографию. О, ребята, это, наверное, доска всех фотографий, которые люди находятся в розыске. Ну, сейчас посмотрим, как нам удастся ли выполнить задание или нет. Так, мы пробрались к мумии. И Боб наш осторожненько двигается за ней. Так, ой, чуть не заметила нас мумия, ребята. А Боб уже справился еще с одним охранником. Так, сейчас мы пробуем найти код. Есть, 5020, ребятки, запоминаем. Так. И сейчас нам нужно будет спуститься, но нам немножечко мешает мумия. А как же нам, ребята... Давайте подумаем, как же нам пробраться и быстро открыть эту дверь на кодовом замке. А, вот так мы сделаем, точно. Ха, Боб, какой ты молодец. Конечно, мы спрячемся за зонтиком. Ха, мумия нас не видит. И сейчас мы будем пробовать открывать кодовый замок. Так, 50-20, есть, отлично. Дверь открыта, поднимаемся вверх.
И еще нам нужно будет, ребятки, отключить сигнализацию. Так, а чтобы ее отключить, ребята, нам как-то нужно будет пробраться в самую верхнюю комнату. Так, а что же нам делать? Как же нам сейчас лучше справиться с этим заданием? Давайте опустимся, наверное, еще вниз. Боб хотел найти еще денег. Нет, денег уже там не было. Есть, мы открыли дверь, ребята, нужную нам. Итак, пошел отчет времени. Сейчас сюда приедет сыщик. И нам нужно, конечно же, успеть. Осторожнее, Боб. Ух, чуть камера снова не заметила. Так, давай, отключай побыстрее сигнализацию. Синий, Боб, синий, мы тебе подсказываем. Ой, нет, ребята, не синий. Вот это нам подсказывали. Это же хорошо, что у нас Боб такой ловкий воришка. Все, ура! Боб справился с заданием. Отлично. Итак, спускаемся теперь в нужное нам место. Открываем еще один замок. И у нас снова здесь мумия. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Спускаемся, ребята, на первый этаж. И поднимаемся мы. Так, на лифте. Вверх. Отлично. Все, ребята, выехал сыщик. Посмотрите, он уже нас ищет, но... Нам это уже не страшно. Мы выполнили задание. Круто! Yes. Отлично, молодец, Боб. Так, ребятки, а вам понравилось, как наш Боб выполнил первое задание? Если да, ставьте лайк. И, кстати, ребятки, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. На нашем канале вы найдете много интересных для себя видео. А у нас, ребята, следующее задание. Так, давайте, наверное, купим себе новый какой-то костюмчик. Так, вот этот, по-моему, отлично нам подойдет. И купим еще, наверное, фотоаппарат. Так. И, наверное, все, ребята, да? А, нет, посмотрите, есть, вот, мы можем купить еще зонт. Все, замечательно. Можно приступать к следующему заданию. Давайте его поскорее посмотрим. Ого-го! Так, здесь снова, ребята, есть мумия, но она не одна, их даже двое. Есть доктор и есть какой-то огромный-огромный громила, какой-то босс, наверное. Так, наш Боб в новом костюме. Кстати, очень классный, прикольный, мне он очень нравится. А вам, ребятки? Кстати, ребята, снова стоит вот какая-то штука. Что же это за штука? Ой, она, наверное, как-то еще и стреляет, мне так почему-то кажется. Так, а как же нам ее как-то надо обезвредить? Давайте подумаем, ребята. Боб, не спи, давай работать. Куда же нам идти? Ой, вот-вот-вот, видите, она нас чуть не заметила, эта штука. Ой, Боб, прячься. Фух, удалось спрятаться. Так, ну а сейчас, ребята, все равно нам нужно будет спуститься. Так, или куда же нам лучше? Что же нам делать? Ничего не пойму. Мне кажется, это очень сложное задание. Сейчас посмотрим, что в этой комнате. В этой комнате у нас, ребята, лифт и дверь на кодовом замке. Боб, а может быть тебе нужно было вниз? О, ребята, отлично. Сейчас попробуем подобрать код. Давай, давай, есть, отлично. Все, дверь открыта. А, вот, классно, все, мы уничтожили эту поганую штуку. И теперь, ребята, мы даже сможем отключить сигнализацию. Так, пробираемся к щитовой. Боб, оранжевый, это точно здесь оранжевый. Так, правильно, все подсказали мы даже Бобу, какие мы молодцы. Так, теперь мы поднимаемся вверх, сейчас мы немного подождем. Этот громила отвернется и уйдет. Ну, давай, 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 уходи уже. Не мешай нам. Так, потихоньку, Боб, не нарвись на него. Прячься. Отлично. Нас не видно. И сейчас мы будем двигаться вверх. Так, что же ждет нас дальше? Очень интересно. Ребятки, ну а какие приключения ждут дальше нашего воришку Боба? Обязательно смотрите в следующей нашей серии. На сегодня у нас все. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте подписаться на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!